Главный тренер Уфы Сергей Симак прокомментировал гостевую победу в матче 23-го тура РФПЛ с Краснодаром 1-0. Судя по первому тайму, думаю, были у нас возможности неплохие, чтобы создать моменты у ворот соперника. Был неплохой проход Живоглядова, моментов было немного, но были, во втором тайме, после прохода Живоглядова забили, Краснодар много атаковал в конце, не забил Смолов, в конце прекрасный момент. Естественно, мы понимаем силу соперника, команда опытная. Территориальное преимущество Краснодара, понятно, да, нам хочется играть лучше в плане качества игры и контроля мяча, когда получается, когда нет, но сегодня мы довольны победой. Установка на игру была выполнена в большей степени. В голове, конечно, подсознательно всегда сидит давление результатов, поэтому во втором тайме играли ниже, чем хотели, но это подсознательные вещи. У нас было много возможностей контратаковать, но не было ресурса. У нас много игроков выпало из-за травм, болезней, конечно, хотелось бы играть выше, но, учитывая уровень Краснодара, считаю, мы сыграли качественно в обороне. В атаке же были моменты, где могли сыграть лучше. Но в целом, для нашей маленькой команды 3 очка в Краснодаре очень здорово, наша задача – стараться побеждать в каждом матче, а дальше двигаться, как сложится. Понятно, что на бумаге мы не являемся фаворитами в гонке команд за 6-е место. Но мы будем стараться улучшать нашу игру, а в конце займем то место, на которое наработали. Краснодар – очень хорошая команда, они борются за Лигу чемпионов. Но я хотел бы говорить о своей команде. Все знают возможности наших соперников, но одно дело – знать, другое дело – исполнять на футбольном поле. Обратная замена Фате вызвана небольшим повреждением, он не мог нормально заниматься неделю. К тому же в конце матча на место нападающего пошел Гранквист, поэтому была сделана такая замена, передает слово Симака корреспондент чемпионата Игорь Брагин. Шалимов, Краснодар, знает, что нужно поправлять.